чтобы рассказать о нюансах оказания государственных услуг, проходящих по линии управления внутренних дел полицейские, провели для журналистов района мини-экскурсию по Одинцовскому отделу. Первая услуга – добровольная дактилоскопия. Снять отпечатки пальцев решилась тележурналист Елена Селиванова. Для прохождения этой процедуры ей потребовался только паспорт. Заполняет на месте заявление по образцу. Мы снимаем ксерокопию паспорта, первая страница и регистрацию, отводим к экспертам, они откатывают пальчики гражданина, он возвращается, я выдаю справку. Чтобы снять отпечатки пальцев, руки смазывают специальной краской. Отмыть ее труда не составляет. Это дактилоскопическая краска, специально разработана для дактилоскопирования лиц. Руки отмываются теплой водой с мылом. Дактилоскопия проводится по четвергам с 14 до 17 часов. По времени вся процедура занимает около получаса. Еще одна услуга, которую предоставляет Одинцовская полиция – выдача справки об отсутствии или наличии судимости. Можно зарегистрироваться через интернет, зайти на портал госуслуг. Там предоставляется такая возможность – справку о несудимости заказать за 7 дней. Вы регистрируетесь, заполняете, естественно, анкету. Там есть определенные вопросы, которые вы заполняете и отправляете. Через 7 дней вам приходит смс-сообщение, где указывается, что ваша справочка готова. Так как вы в анкете обозначали, по какому месту жительства вы хотите получить эту справку, это не обязательно ехать в Москву, в центр. Вы можете получить это по месту жительства при своем УВД. В настоящее время государственные и муниципальные организации все более масштабно используют возможности сети интернет для работы с гражданами. Отдел по вопросам миграции не исключение. Отдел по вопросам миграции МУВД России Одинцовская. Мы предоставляем услуги по регистрационному учету гражданам по месту пребывания, по месту жительства в пределах территории России, по выдаче и замене паспортов Российской Федерации, удостоверяющих личность на территории Российской Федерации, также за пределами, оформление приглашений на въезд иностранным гражданам на территорию России. Также осуществляем прием по вопросу приобретения гражданства Российской Федерации, оформления временного проживания, видов на жительство и осуществляем миграционный учет иностранных граждан. Данные услуги можно получить через портал госуслуг. Это удобно. Для того, чтобы получить заказанный через сайт паспорт или загранпаспорт, необходимо будет прийти только на его вручение. Приятным дополнением станет и 30% скидка всем, кто желает оформить свои услуги через интернет. По оформлению загранпаспорта, если вы подаете документы сами в очереди, это 3500 стоит, соответственно, со 30% скидкой это стоит 2450. И также восстановление паспорта гражданина России. Если обычная квитанция это составляет 1500, то через портал госуслуг это 1050 рублей. В разделе «Электронное МВД» можно найти ответы на интересующие вопросы и ознакомиться с правилами и рекомендациями по пользованию услугами, предоставляемыми полицией на портале госуслуги.ру. Также с вопросами можно обратиться по телефону горячей линии 8 495 667 0733. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».